Всем привет! Сегодня мы приготовим быстрое, сочное мясо в духовке без хлопот. Мясо режем на порционные куски. Добавляем соль, перец, перемешиваем. В майонез добавляем горчицу. Перемешиваем. Мясо выкладываем в посуду, в которой будет запекаться. Мясо смазываем майонезом с горчицей. Сверху выкладываем соленые или малосольные огурцы. Следующий слой – свежие помидоры. Смазываем майонезом с горчицей. Сверху посыпаем тертым твердым сыром. Ставим в духовку на 180 градусов. Мясо готово. В духовке было 30 минут. Желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что досмотрели до конца. Заходите к нам, подписывайтесь. Мы будем очень рады. До следующих встреч. Пока-пока.